Что вошло в новые 4 минуты повторного проката «Человек-паук вдали от дома»? Мы расскажем все, что вам хотелось узнать о новых кадрах фильма, почему их вырезали из оригинальной версии и стоило ли фанатам идти на повторный просмотр в кинотеатры. Когда Питер и Нед покидают школу, закончив учебный год, Питер составляет список того, что он должен сделать, прежде чем отправиться в европейское путешествие. Первое в его списке – забрать паспорт. Но когда Питер туда добирается, он оказывается в конце смехотворно длинной очереди, которая вообще не движется. Стремясь побыстрее приступить к выполнению остальных своих задач, Питер выпускает из рюкзака маленький беспилотник в форме паука, который пробирается за стойку и открывает еще одно окно для выдачи паспортов, которое было закрыто, потому что сотрудник решил перекусить. На самом деле в этой сцене нет особого важного смысла, влияющего на фильм, но это забавное предзнаменование. То, что он использует беспилотник, является отражением того, как Квентин Бек позже будет использовать дронов для своего гениального плана. Чтобы завоевать сердце MJ в Европе, Питер хочет купить ей стеклянное ожерелье «Черный георгин» в Венеции, после чего он планирует подарить его на вершине Эйфелевой башни. Единственная проблема заключается в том, что у него не хватает денег, чтобы получить ожерелье, поэтому он прощается с некоторыми ценными вещами ради быстрого заработка. Питер направляется в ломбард с коробкой фигурок супергероев. Камера задерживается на коробке лишь на секунду, что затрудняет точное определение того, какие фигурки в ней лежат, но одну Питер в самый последний момент решает не закладывать. Вытащив из коробки нечто похожее на желтую фигуру, Питер говорит владельцу ломбарда, что решил оставить робота себе. Это может быть данью глубокой привязанности Питера к Тони Старку, который в принципе-то одевался в костюм робота. Или это может быть кто-то, кого мы еще не видели. Если пути Sony и Marvel разошлись навсегда в отношении будущих фильмов о Пауке, то мы можем так и не узнать ответ на этот маленький, но приятный вопрос «Вдали от дома». Это тоже неважная сюжетная деталь, но она является хорошим символом того, что «Вдали от дома» знаменует собой окончание третьей фазы киновселенной и смену супергеройского состава. Затем Питер заходит в местный магазин, где покупает двойной адаптер для наушников, который крайне важен для его романтических целей. После того, как Питер делает доблестную, но ужасную попытку объяснить на испанском языке, что ему нужно, владелец магазина поправляет его и продает ему адаптер, при этом говоря, что Питеру еще нужно поработать над своим испанским. Конечно, план Питера, предусматривающий использование двойного адаптера для наушников для просмотра фильмов с MJ в самолете, проваливается, и вместо этого ему приходится сидеть рядом со своим учителем мистером Харрингтоном, в то время как MJ и соперник Питера Брэд смотрят фильмы вместе с помощью такого же двойного адаптера. Сцена с магазинчиком, конечно, была вырезана, но она показывает, сколько усилий приложил Питер, чтобы собрать все кусочки своего плана и попытаться красиво завоевать сердце MJ. Наконец, незадолго до отъезда из страны, Питер накрывает местный синдикат организованной преступности, действующий из итальянского ресторана. Одетый в костюм Железного паука, который Тони подарил ему в «Войне бесконечности», Питер ловко раскидывает кучу злодеев, при этом не забывая шутить и давать советы. Полиция хвалит новый костюм Питера, понимая, что это технология Старка. Это одно из многих напоминаний о том, что Питер все еще скорбит о потере Тони, и этим его психическим состоянием Бек пользуется в полной мере. Это забавная экшн-сцена, но учитывая, что в фильме и так экшена было полно, ровно как и упоминаний о Тони Старке, несложно понять, почему она не попала в оригинальную версию. После того, как Мистерио предполагает, что он убил Человека-паука, он устремляет свой взор на друзей Паркера, на Неда, MJ и Бетти. Он решает устроить массовую атаку в Лондоне, во время которой Мистерио спасает город от угрозы уровня Мстителей, но сперва ему нужны жертвы среди мирного населения, включая друзей Питера. Бек собирает группу своих приспешников и напоминает им, что нужно собрать много видеоматериала и загрузить его в интернет, поскольку все гражданские лица, которые захотят закинуть видео с места событий в соцсети, будут мертвы. В конце концов, если Мистерио планирует стать новым Железным Человеком, ему нужно будет общественное признание. Затем он отвечает на звонок Ника Фьюри, который сообщает ему об угрозе элементалей в Лондоне, о которой ему, как вы знаете, известно. Сцена заканчивается тем, что Бек кладет трубку и повторяет свою прежнюю фразу «Никогда не извиняйся за то, что был самым умным человеком в комнате». И пускай эта сцена определенно говорит о том, насколько далеко Бек готов пойти ради выполнения своего плана, таким непринужденным разговором о мертвых невинных и броской фразой в конце она делает его образ слишком уж мультяшным. И пускай сцены, добавленные в повторный прокат «Человека-паука вдали от дома», в основном являются забавными деталями, ни одна сцена не улучшает сюжет, ни подробнее не раскрывает персонажей. Все они действительно лишние, а в случае с Мистерио они могут даже нанести ущерб фильму. Да, сцены про Питера были интересными, а драка в ресторане — это отличная возможность еще раз показать костюм Железного паука в действии. Но стоило ли возвращаться в кино ради такого? Фанаты руководствовались тем, насколько сильно им понравился просмотренный ранее оригинальный фильм, потому что, по сути, это то же самое,
самое кино, только с парочкой новых плюшек. Так что для тех, кому безумно понравился «Вдали от дома», это стало отличным поводом сказать «Заткнись и бери мои деньги». Посмотрите новые видео на нашем канале, к тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые супергеройские фильмы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео.